Новая коронавирусная инфекция COVID-19 существенно отягчает прогноз у пациентов с хроническими формами сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, если у пациентов с COVID-19 развивается острое состояние, такое как инсульт, инфаркт или тромбоэмболия легочной артерии, это существенно отягчает прогноз. Поэтому крайне необходима профилактика развития сердечно-сосудистых осложнений, а также желательно, если в данный момент человек здоров, осуществить прививку от данной инфекции.